Больше 600 миллионов тенге. Именно такой ущерб нанесли государству браконьеры, орудующие в лесах природного резервата Ертыс-Урманы. Это данные прокурорской проверки. При этом площадь незаконной порубки превысила 12 тысяч гектаров. В акимате признали, лес остался без защиты. На территории природного парка орудует хорошо организованная мафия. Кто же стоит за хищениями древесины, выяснить пока не удалось. Там сидят 200 человек, которые лес должны охранять. Но его воруют и воруют. Ну сколько можно? Там, если их посчитать по работникам, там на каждые 100 квадратных метров один работник у нас. Там невозможно просто так в лесу ходить, понимаете? Кроме того, выяснилась еще одна любопытная деталь. В штат резервата недавно приняли новых сотрудников, 22 из которых имели судимость за кражу леса. Местные власти сейчас готовят обращение в Минсельхоз с предложением ввести мораторий на любые санитарные вырубки в резервате Ертыс-Урманы.